Вот я не знаю, как еще это доказывать, все их действия, но они не просто плохие. Вот есть люди, которые не знают, что делать, совершают ошибки, а потом их осознают, пытаются исправить. Здесь у этих конкретный умысел ограбить прям до нуля наш народ и потом жить дальше пропивающим. Только вот это прослеживается. Другого здесь нельзя никак там приукрасить, хотим что-то, может, слишком оценочные наши там это мнение наше, мы, может, там переходим в какие-то рамки, но уже все понятно уже, что они хотят сделать. Это банда людей, которая прорвалась во власть. Без определенных планов, ни вообще ни в какой сфере, ни в каких отраслях. Пришли уже 3 года, мы вообще никаких реформ предполагались, которые там звучались, обещали. Вот реформы. Ничего, кроме мы того, что надо продать, надо отдать, надо уступить суверенитет, земли, энергетику. Больше повестки абхазской мы от них так и не услышали. Ну, я думаю, наши что и не услышим.